А 6 мая христианский мир отмечает День Святого Георгия Победоносца. Великомученик считается покровителем и защитником воинов. Всадник, поражающий копьем змея, стал не только гербом Москвы, но и эмблемой всего русского государства. В Сургуте по случаю празднования прошла божественная литургия. Верующие собрались в часовне храмового комплекса имени Георгия Победоносца. Слово символичным считается, что разгром фашистской Германии пришелся именно на День Великого Святого. Исповедничество этого человека, этого великого святого, оно является примером. Примером того, как надо не угождать ни веку этому, ни каким-то материальным и личным выгодам, а прежде всего служить истине. Во всех ее проявлениях, будь то правда, чистота, честность. А этого очень не хватает сегодня.